И снова здравствуйте, дорогие туристы и друзья. Ну что, наступающим нас Новым годом. Сегодня 28 декабря. И я, как всегда, нахожусь в ДК «Октябрь». У меня рабочий полдень. Четверг, а значит, время танцев. Поэтому вот такая здесь у нас обстановка. Снег убран, все хорошо. В ДК «Октябрь» идут елки. Вот наш танцевальный, как всегда, зал. Да? Я сегодня приехала почему-то заранее, поэтому могу к вам выйти и с вами пообщаться. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте всем. Всем хорошего дня и хорошего настроения. А дальше я к вам пришла еще с тем, что Таиланд. Вы почему-то все Пхукет выбираете, Паттайю. Езжайте на острова, например, на Краби. Там гораздо меньше народу. Стоимость отелей немножко подешевле из-за удаленности. Да, дорога получится немножко длиннее, ничего не скажешь. Но зато атмосфера островов и всего остального, поверьте, будет гораздо приятнее. Ну, все регионы хороши, мы выбираем туда, куда хотим. Я бы поехала, например, в более удаленный район, да, потратив время на дорогу. А какая дорога, мне очень подробно, конечно, можно прочитать, как добраться до острова Краби, например, вот, в интернете. Но когда вам рассказывают с первых уст представители принимающей страны в Таиланде, то это, поверьте, дорого стоит. Я рада, что у меня есть бизнес-контакты, которые мне позволяют вот так вот запросто, спустя год, там, допустим, обратиться, ну, все расскажут, и вспомнят, самое главное, меня. Слушайте, как добраться до острова Краби. Так, в зависимости, добрый день, в зависимости от того, куда вам ехать в Краби, если это, так сказать, материковая часть, то из аэропорта Пхукета это примерно 2-2,5 часа, плюс-минус, в зависимости от того, куда ехать и по трафику. Если это будет мыс Раэлей, на который можно попасть только морским путем, соответственно, надо договариваться с отелем, который принимающий, это Рая Вади или Центара Гранд Краби, у которой есть свои шаттлы, которые, соответственно, отходят в определенное время от соответствующих пирсов. То есть людей привозят на пирс, а оттуда уже лодка переправляет к соответствующему отелю трансфер. Вот. Не стесняйтесь, спрашивайте, если еще ничего не поняли.
справа. Сейчас посмотрим, как здесь будет, далековато или как. Придется мне в первый ряд встать. Вспоминаем вальс. Девочки. Ну, много очень. На правую ножку отчитываю. Попробую. Раз, два, три. Раз, два, три. Половину поворота. Развернули вниз. Все влево. Левая. Два, три. Два, три. Половину. Раз, два, три. Раз, два, три. Вперед. Поворачиваем вперед. Правая, левая, 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 левая
Ну как-то так. Сольная программа. Ну, не знаю. Так, ставим правую ножку впереди. Руки мысли. И маленький сдох будет руками. И ручки раскрыли.
всех с наступающим Новым годом. А у нас здесь объявление. Поехали.